друзья, подписчики, гости моего канала, такой небольшой стих о любви. Вначале, как всегда, и даже очевидно, когда всего 15 лет, любовь диктует возраст. Любовь как будто бы была, возможно, и обидна, когда ваш молодой рассвет, он выглядит непросто, и сердце бьется по-другому, и рвет душа наружу при первом взгляде у кого влюбленные глаза, когда влюбляются так много, любовь терзает душу, два сердца бьются для чего, и девичья слеза, судьба начнет переживать, не будет жить пустую, когда на Божий вольный свет появится дитя, черед пришел детей рожать, знать все не вхолостую, любовь не может без детей, друг друга не любя. Любви период молодой влечет внимание судеб, когда поистине любовь пылает страстью так, особенно когда весна, два сердца ярко любят, весны цветущие вновь и вновь, сердец двух не пустяк, и свежий молодой порыв, как той поется песни в период сладких, нежных грез, пьяны не от вина, желание любви прилив. Всегда, везде и вместе любовь становится всерьез. Он муж, она жена. Дорогие мои друзья, сейчас я вам прочту поэму, называется которая «Наши ручки». Итак, полетели. Есть руки женские, мужские, есть детские и есть другие, обыкновенные, простые, и руки грубые, иные. К примеру, руки взять мои. Ну для чего они нужны? А я-то знаю для чего. Чесать умею явно что. Руками двери открываю, кому-то руки тоже жму, когда здороваться иду. Руками поручни хватаю, и сумки ими я несу. Я ногти ими постригаю, руками за спиной чешу. И ножницы в руках мелькают, когда я усики стригу. Жену обнять, что-то потрогать, сделать когда-нибудь массаж, рукой по заднице похлопать, когда с женой иду на пляж. В руку одну берешь расческу, в другую бритвенный станок, делаешь себе прическу, станком я сбрил, что было смог. Я туалетную бумагу возьму рукою, оторву. Бумага руки не измажет, когда я попу подотру. Вот гигиену навязали, возьми бумагу, подотри, и все мы делаем руками. Эх, руки, руки, вот они. А руки-то мастеровые и смогут сделать что еще. Руки пока еще живые, им сделать много суждено. За жизнь руками я цеплялся, карапусы, что было, смог. Руками просом еще дрался, сжимая крепко кулачок. Кунг-фу вот мог где оторваться, ломая доски кирпичи, без устали тренироваться, здоровье берегали врачи. Абдул Каюмов, Саша тренер, нам преподал могучий спорт. Он нас и в руки наши берел, для рук, для ног отличный сорт. Сот первоклассный, когда в деле, когда сжимая кулаки, руки по вражескому телу, скелет ломая позвонки, руки для ложки и стакана, для вилки, впрочем, и ножа,
для идиота и стукана, психованного дурака. Руки нужны во всех деталях. Они растут все от плеча, руками поднимаем пьяных, упитых водкой сгоряча. Своих домашних милых гладим, руками шеев их теребим, и в огородах что-то садим, рукой лопату обхватив. Руки везде у нас на взводе, мы машем ими, как идем. Они участвуют в работе, когда в машине за рулем. И в армии, и для науки руки погрязли в интернет, сжимают мышку крепко руки, клавиатуру, наконец, цевьё сжимают автомата на страже рубежей страны. Руки курсанта и солдата армейской строгою судьбы. Руки везде мы применяем, хотя без рук тоже живут. Руками денежки считаем, в руки денежки дают. Вот где рукам нужна сноровка, шей кто-то давит на башке, блоху в трусах кто ловит ловко, рука одна к другой руке. Грибы руками собирают, ягоды, фрукты, овощи, на кнопки пульта нажимают, копают и сокровища, в ладоши хлопают руками, дизлайки, лайки ставят все. Ручка с рукой пишет стихами перо поэта на листке. Руки в походах, на рыбалке, и в самолетах, и в метро. Резиновые полицейских палки, для рук наручники еще. Вот почему нужны нам руки. Не все про них сказал, как смог. Руки не ради только скуки, нам руки сделал для всех Бог.